Друзья, привет! Еще я заехала на одну гаражку по дороге. Уже дождика нету, только что в городе был. Мебель такая старая. $10 зеркало. Вот такой столик. Это кто умеет реставрировать из старых вещей новые, это... Окей. Это просто супер. Вот все это. Этот $40. Ну, немножко так есть. Но сделать новый супер. Столик $15. Стеклянный такой неплохой. Тоже комод 25. Этот такой. Коврики по 15. О, детские качельки. Детские качельки. Люлечка такая. Не вижу цены. А вот на этом есть $10. Окей, thank you. $3 она сказала. Цена стоит 10, но она сказала по 3. Лодка вот такая. Или каяк, или как. Вот ходунцы такие для старших людей, больных, кому тяжело. $20. Это не знаю, что такое. Да, сказала, что все тумбочки, еще люди пришли, все тумбочки, которые я только что смотрела, по $40, она сказала, что они по 5 уже, потому что, видимо, уже другой день гаражка и хочет продать. И вот какая щель какой, не знаю, работает тут, ой, или нет. Ну, у нас, кажется, есть у мужа. А то я не умею их даже покупать. Ой, красивое это, да? Это для птичек воду пить. Beautiful, говорит, это не продается. Но красиво. Ну, конечно, если такое купить, то у меня мои котики сразу... Вот тапочки новые, но твердые такие. Я думаю, они будут мозоли делать. Босоножки. Такая стеклянная крышка, что-то придавливать ней или что, не знаю. Доллар. Это, наверное, из занавески в кухню. Мне кажется, такой наборчик. Вот какой повар красивый. Это сюда вставлять. Можно или какие-то ложки деревянные, или ежик, или цветочек даже, не знаю. Красивый такой. Ну, где же его ставить? Какое маленькое. Вот это да. Какие маленькие. Это горький кофе пить. Кто любит. Кофеварки, вот чайники по $1. Магнитофоны. Тоже я в них не разбираюсь. Куколка Муванна, наверное. Угу.
Это такие маленькие настольные фены. Малюськи. Какие-то цветы. Вот сколько дисков. По 2 доллара, но я думаю, они дешевле. Сумочки, кошелечки. Вот почему я не хочу, я не люблю даже делать эти гараж сейл, потому что никто, например, если никто не раскупил, потом убирай его все это. Лошадь и девочка такая. Я сразу вот такие вещи, я просто отвожу на бесплатку. Хорошенькие, но очень такие тоненькие. А это, видимо, жалюзи такие, да, на окно. Так, а это... Ого, всякие эти дрельки. А зарядка, а вот есть зарядка к ним. Ой! Может быть и хорошие. Не знаю. И это работает. Нужно, не нужно оно нам. 50 центов. Кошелечек такой. Она сказала, что за целый этот набор 50 долларов. За эти дрельки. Это ее сына набор. Выпекать пряники или что. Ну, для сестры я уже купила вот такие. Ой, бесплатно даже взяла эти качельки, то я их не буду брать. О, а это что такое у нас? Это на это делать террасу, да. И вот такие трубочки. Угу. Видимо, остались у них. Эта пила 20 долларов. Работает, она сказала. Удочки какие-то. А здесь, видимо, швейные машинки. Да. 20 долларов. Она закрыта, запечатанная. Здесь тоже. Может, ее даже и не открыть. Может, и хорошая. Может, никто и не шил. Но закрыта, видимо, навечно. Не могу. Заржавела уже там. Не могу открыть. И вот она сказала, что этот столик 5 долларов. Так, он 15 стоит цена, но уже никто не берет. Гаражка второй день. Сегодня суббота, видимо, вчера была. То 5 долларов. Да, неплохой столик. Так, буду ехать я. Тоже зеркало. Это зеркало вставлять в тумбочку. Может быть, и есть где-то. Это и тумбочка. А здесь еще какой-то моторчик. Не знаю, что такое тоже. И вот что-то такое. Какой-то такой ящик. Угу, 5 долларов. Угу. Немножко мокрый, говорит, ничего. Ну, не знаю. Для рассады, может быть, или что. Стеклянный такой.
ничего не купила. Позвонила мужу, спросила за электропилу или дружбу, или как сказать. То он сказал, что не надо, у нас есть. Не покупала, думала, что найду то, что хочу, но нету. Тут так. Все такое уже у нас зеленое, красивое, тепло. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.